Экс-капитан волейбольной команды «Губерния», четвертьфиналист летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, коренной нижегородец Никита Лямин, впервые в истории пляжного волейбола возглавил сводный рейтинг участников мирового тура по этому виду спорта. После серебряных медалей, которые Лямин в паре с Вячеславом Красильниковым выиграл на московском этапе мирового тура, этот дуэт стал лучшим на турнире в голландском городе Гаага. Там россияне в финальной встрече со счетом 2-0 обыграли испанцев Пабло Эроя и Адриана Гавира. Напомним, что ранее Никита Лямин выступал в дуэте с именитым российским волейболистом Дмитрием Барсуком. Но в Российской Федерации волейбола на сезон 2017 года решили поставить нижегородца в пару к спортсмену, представляющему Геленджик, Вячеславу Красильникову. И похоже, что тренеры не прогадали. И очередным подтверждением тому стал успех на этапе мирового тура в Гааге. Добавим, что соревнования в Нидерландах для Лямина и Красильникова прошли крайне успешно. На пути к золотым медалям россияне, начиная со второго круга, поочередно обыграли соперников из Австрии, хозяев площадки голландскую пару, и были сильнее швейцарцев в полуфинале. Заметим, что абсолютно все встречи наш дуэт выиграл со счетом 2-0. И помимо золотых медалей отдельно взятого тура, теперь наш дуэт возглавляет мировой рейтинг. Напомним, такого успеха российские волейболисты-пляжники добиваются впервые в истории. Григорий Жигин, Объективный спорт, ННТВ.